22 июня в 4 часа утра 77 лет назад всю нашу страну потрясло трагическое событие. Войска фашистской Германии без объявлений войны вторглись на территорию Советского Союза. Началась Великая Отечественная война. Тогда еще никто не знал, что в историю человечества она войдет как самая кровопролитная. Ранним утром горожане собрались около мемориала воинам, погибших в годы Великой Отечественной войны, присоединившись к акции «Свеча памяти». Открыл митинг председатель городского совета народных депутатов Сергей Свистунов. Председатель Союза ветеранов войны и труда Евгений Алпацкий, как человек, знающий, что такое война, призвал молодое поколение помнить подвиг предков. Заслуженный учитель Российской Федерации Александр Филатов поднял факты о войне и колоссальных утратах, которые понесло население нашей страны и соседних государств. У нас не было китайской стены, мы не строили ее, но нашей стеной стали наши люди. Наш народ, несмотря на все сложности предвоенного периода, народ смог забыть некоторые моменты. Народ объединился, когда в каждой голове стал образ любимой женщины, ребенка. И неважно, твой это ребенок или чужой. Не остались в стороне и юные жители города. В своем выступлении девятиклассники рассказали о том, как важно помнить и чтить свою историю и не допускать повторения тех страшных событий. В нашей школе есть музей, посвященный этому. Очень часто проходят открытые уроки. Нам учителя рассказывают про эту дату. Каждый раз они рассказывают что-то новое и... С каждым годом, когда взрослеешь, плюс, понимаешь, что наши предки не зря сложили голову и осознаешь, что подобное может повториться, но наша страна никогда не сложит голову перед другими странами. Участники памятной акции зажгли свечи – символы скорби и гордости за мужество павших воинов. После минуты молчания их установили у подножия мемориала. К вечному огню возложили цветы. Мы не должны забывать эти священные даты, потому что людям, павшим на фронтах Великой Отечественной войны, мы обязаны прежде всего своей жизнью, своим настоящим и своим будущим. Поэтому мы сюда и приходим. Эта трагическая дата навсегда останется в памяти граждан нашего Отечества. Война унесла более 27 миллионов жизней советских граждан. Зажжение свечи памяти – это высокая дань уважения памяти тем героям, которые погибли за нашу Родину. Николай Теплов, Новости ТВ, рассказывает.